Прибыли мы с Индиго на восточное побережье. И здесь вот находится город, не город, поселение, не поселение, пристань, корабли. И там наверху корабль стоит, дома. Как не видишь, а я вон уже вижу одного, Васю стоит. Где? А вот слева зеленые контейнеры и стоит один Вася. А вон второй Вася стоит около бочки с огнем. Зеленый контейнер. Двоих вижу. Ой, а вон третий стоит около сосны. А я где-то ничего не вижу. Никогда. А вон четвертый стоит. Короче, тут повоюем. А вон пятый стоит еще. А я нигде никому не вижу. Ну, сейчас подойдем, увидишь. Отсюда далеко. Пошли. Главное, вперед меня не беги, поняла? Слышишь? Слышу. Желательно нам тут без смертей обойтись. Давай вот здесь, вот к этой лодочке подплывем, посмотрим, что там. Ну сперва давай, Аня, бандитов убьем. Стемнеет, и потом что, домой уходить? В темноте как драться-то будем? А, вон я вижу один. Да, вот за этой вот железякой спрячемся, я отсюда. Вон и второй вижу. Да. Вот за этой железякой будем стоять. Потому что сейчас как только откроем огонь, пока из снайперской стреляй. Она же у тебя с глушителем. Наверное, да. Я тебе глушитель, по-моему, ставил. В общем, с глушителем. Вот. Я до него бежу. Ну все. Если они сюда побегут, тогда уже доставай дробовик и тут стреляй из дробовика. А я его убил. Молодец. Кого видишь, стреляй, вон там еще ходит. Нет, это далеко не достаю. Ну нет, тогда не трать пули, патроны не трать. Подойдем. Ой! Убегай и лечись. А кто в тебя стреляет? Там никого нет. Наверху, наверное, где-то. Странно, кто в тебя стрелял. Вперед меня не беги, я первый пойду. Я не бегу. С корабля, может быть, кто-то на меня стрелял? Музыка заиграла. Корабля никого не вижу. Вот сюда за эти контейнеры встань. Это. И вот тут что? Музыка заиграла. Вон, смотри, вот отсюда, вот тут, где я стою. Ой. Бери дробовик, где-то рядом. Наверное, уже. А, нет, да, вон он там. Пока стреляет, прячься. Пожалуйста. Надо, когда он перезаряжает. Убил. Вот смотри, вот отсюда, вот там, вон видишь, стоят около бочки. Есть. Убил. Так, ну этого я тоже убил. А тут контейнеров нету, ничего.
Прячься, еще там один ходит. Один к нам идет, спрячься. Я его не вижу. Ну, он сейчас подойдет. Издалека стреляет. Вон он. Все, убил. Вон там на берегу, смотри, еще ходит, видишь? Да. Вот. Сейчас, сейчас этого покрою, посмотри. Там около бочки на берегу. Видишь? Так куда ты пошла-то? Вон он около бочки. А сейчас я вот здесь за домом спряталась. Я вижу его, он там ходит. Ну вот. Так, ну у меня позиция. Он в тебя уже стреляет. Нет, это не он стреляет. Это кто-то где-то другой. Да как не он? Вон он стреляет около бочки. А, я вижу, вижу. И убила. Молодец. У меня 6 патронов. Что там, что-то лутается? Патроны тут, да, патроны тут. У тебя револьвер с собой? Нет, у меня обычный пистолет. А ну вот, на пистолет 5.56, это для тебя, нет? Нет, бери. Это на автомат. Окей. Каску нашел тут. Блин, сейчас темнеть начнет плохо. Надо бы всех поубивать. Вроде бы всех поубивали или нет. Ну, музыка играет, так что, наверное, еще где-то ходит. О, медицина. Тебе надо медицину? Надо. А у тебя кирка с собой? Кирка, да, со мной. Так, ну иди бери тут медицину. Так, куртку я не буду брать, нет? Нет, не бери. Она никуда не годится. Тут квадрик стоит. Вот тут медицина, и потом вот тут руду подобывай, сколько сможешь. А секунда, я тут ящики вытягиваю. Ну, мне-то оставь. Я тут топор и кнайф, это не брать? Какой топор? Хороший? Ну, нет, такой, ну, такой. Нет, если плохой, не надо брать. Ну, вот тут и ко мне иди. Тут вот бокс, ты сам посмотри. Тогда. Ну, я тут руду добываю, ты потом найдешь. Ты руду добываешь? Да. Ну давай, ну ты. Или ты потом добудешь? Ты придешь? Ну, я, ну давай, да. Ну иди. Медицину тут возьми, тебе, наверное, подлечиться надо. Нет, мне не надо подлечиться. Тут бочка, тут ящики. Ну мне надо на видео, чтобы попало. Ну я ничего тогда не беру. А, вот медицина, о, как хорошо. Взяла? Ну. Через 20 минут нападения, блин. Уходи. Ну, что? Так как что? А придут-то сюда, где наши спальники? Ой, смотри, машина у нас тут. Да. А, вон. Нам отсюда надо свалить. С наших спальников, иначе нас тут грохнут.
За 10 минут побежим к квадрику и домой. Ну вот и сюда иди. Куда? Керман, ну прямо вот тут. Я тут ничто не лутала, чтобы ты играл. Что-нибудь вот ценное здесь есть? Ну там смотри. Вот этот ящик большой, пустой. А, большой, по-моему, я залутала. Ну там что-то было хорошее. Не помню. А тут квадрик стоит, а я не могу на него сесть. Ну, значит, целенький. Нет. А почему я не могу его украсть? Ты что, воровайка? Воровайка. А тут армейский сундук, military box стоит. Вот это ко мне идет. Я не успеваю за тобой. Привели булочками. Патроны тут. Тут ящики, иди сюда. О, это что такое? О. Это... Так, я не буду брать, иди сам смотри. Да, квадрик целый. Блин, музыка идет такая, что как будто на нас нападают. Смотри, милитари бак такой. Вивиапон, это оружейный. Вот, видишь, Керман? Где? О, вот что же я раньше не взяла? А тут сейчас совсем другое лежит почему-то. Ну, забирай. А, было совсем другое, я еще так... Такое что-то вообще у нас такое нету. А сейчас вообще другое лежит. Надо я не было мне сразу брать. Почему-то изменилось там, что там лежало. Я не удивлюсь, если сейчас мобы будут резаться. 22 минуты. Ну давай булочками шевели. А на этот корабль нельзя залезть? Так, ну, надо посмотреть. Ну, тут лестницы-то нету. Ну, на него, наверное, доплыть надо. Да не, я вот про этот, который стоит. А, вот этот, а не этот, это нет. Ну, я туда не пойду, там потом я не вылезу, и ты не ходи. Ну, папа, ну... Поплыть туда надо посмотреть, как что. Да, обратно потом я вылезу. Вылезешь, вылезешь. Так а тут ничего нету. Ну, в смысле, ящиков я не вижу. Ну, я тоже не вижу. Просто железка лежит. Блин, как жалко, что я не взяла. Ну что там такое было? Зато наверняка у нас есть. Нет, там нету, у нас такое не было. Там какое-то оружие лежало и... то ли прицел, то ли что-то такое вот. Ну, у нас такое не было. Ну, похоже, что-то как на прицел было, что-то... Не знаю. Ну, прицел я крафтить могу. Да нет, ну... Вообще такое интересное было, что у нас такое не было. Блин, как жалко, что я не взяла. Надо было мне брать. А потом почему-то сменилось все вообще на другое. Когда я второй раз туда заглянула. Блин. Ладно. Так, ну вроде все мы тут смотрели. Да. Ничего не пропустили. Ну, я эти рюкзаки лутаю. Ой, я сейчас лутаю сундук, где ты медицину взяла. А тут снова медицина лежит. Где? Да. Где? Ты брала отсюда медицину? Да. Снова. Ой, а тут опять все лежит. Ну, и значит... Ты тут ничто не лутал. Все я лутал. Значит, рез пошел. Сейчас, наверное, и мобы будут резаться, блин. Ну, давай еще раз пробежимся по ящикам и
уходить надо. Осталось 19 минут осталось. Ну так сейчас еще темнеть. Ой, домой. А ты тут ящики лутал? Кого? Ну а тут ящики, боксы, все лутал? Лутал. Ну тут опять все лежит. Да, и тут снова вот где. Значит, снова пошел рез. Ну и тут опять рез. Ой, тут все в сундуках лежит. Ну тут такое барахло, я это не буду брать. Лук, это все опять что-то. Револьвер нашел. Сейчас наступает. А ты его, видать, не смотрел? Здесь оружейный рюкзак. Нет, все, пошел лут обратно. Потому что я вот тут ящики лутаю, там опять вещи. И там все залутал? Да, по два раза причем. Ну хорошо. Вот опять ящик это. Тут патроны для дробовика опять рисунулись. Короче, мы с тобой по два раза залутали. Ну хорошо. Сейчас на пирс схожу. Но она тоже обновилась. Нет, тут не обновилось. Ну вот и наступила темнота. Как оно светло быстро станет? Ну что, пошли к квадрику? Ну пошли. Потому что я боюсь, сейчас эти будут военные появляться. А вот тут опять респанулось в бочках. Ну, лутай. Вот эти бочки ты лутала? Бочки нет. Тут еда. Ладно, все, пошли к квадрику. Потому что если сейчас даже мобы появятся, мы их не сможем подстрелить. Темно, потому что. Они-то нас видят, а мы их нет. Нет, ну почему я квадрик не могу угнать? Вот мне интересно. Только покупать. Так, все, у меня черный экран, я сейчас не знаю, как идти, мне на ощупь, что ли. Ну, у тебя же фонарик есть. Так он светит только на 3 метра вперед меня. 3 метра только впереди я вижу. Ну, пойдем. Тут вода, аккуратно не залезь в воду. Да я вижу, за мной ты. Еще и дождик начался. Да. Ну я тебе скажу, что-то как-то тут, не знаю, бедненько, ничего такого ценного. Нет, я что-то собрала, знаешь, конкреты, гайд какой-то, что-то такое, ну не знаю, что это. Все, что я тут нашел, это мы все можем крафтить. Ничего такого, что мы крафтить не можем, я тут такого не вижу. Так, а как мы тут? Залезем. Дальше по берегу. С военных, которых мы лутаем после атаки, и то падает богаче, чем тут мы нашли. Я думал, может тут что-то такое суперценное будет. Ну все, я теперь квадрик не найду. Да вот тут я стою где-то. Видишь меня? Да. Квадрики сейчас, фонарики включу.
Сядь, включи свет на квадрике. Ты сама. На вот это, патроны возьми. Для дробовика тебе надо. Так, ну ладно, все, будем уезжать.